Дизайн воды. Мы уже говорили о великолепии особенностей света и стали свидетелями восхитительного замысла Создателя. В этой главе мы рассмотрим еще одно жизненно необходимое свойство нашей Земли и станем свидетелями еще одного чуда божественного творения – замысла сотворения воды. Большая часть планеты покрыта водой. Океаны и моря составляют 3/4 земной поверхности, на которой также имеется бесчисленное количество рек и озер. Снег и лед на вершинах гор – это замерзшая вода. Значительная часть земной воды находится в атмосфере. Каждое облако содержит миллионы тонн воды в форме испарений. Время от времени эти испарения превращаются в воду и выпадают на землю в виде дождя. Даже воздух, которым мы дышим, содержит некоторое количество влаги. Более того, человеческое тело на 70% состоит из воды. Клетки нашего тела содержат большое количество различных веществ, но более всего воды. Большая часть циркулирующей в нашем теле крови тоже вода. И так не только у нас и других людей. Большая часть тела всех живых существ – это вода. Иными словами, без воды жизнь – невозможно. Вода представляет собой субстанцию, сотворенную, чтобы стать основой жизни. Каждое ее физическое и химическое свойство создано для жизни. Давайте рассмотрим поразительные особенности привычной для нас воды.